А есть рыбка большая и маленькая. На льду в Чкаловске более 500 участников, от мала до велика. 13-я по счету чкаловская рыбалка проходит с размахом, да и статус соответствует, все-таки международное состязание. Помимо любителей зимней рыбалки из нашей области и соседних регионов, у лунки сидят иностранцы. Студент Нижегородского политеха Абубакар Каба из Республики Гвинея в рыбалке не новичок. У него на родине тоже проходят подобные турниры, правда, исключительно когда тепло, а в Гвинее всегда тепло. У меня на родине там рыбалка, который называется фестиваль Баро. Там проходит рыбалка летом обычно. Ну, обычно, как здесь, но здесь немного холодно. Каждый к рыбалке готовится сам и основательно. Вот и студент из Колумбии Матео Урохас завлекает рыбу на крючок с помощью музыки, приятной окружающим. Клюет судак, щука, стерлядь, сом и другая рыба. Правда, многие участники соревнований к улову относятся с юмором. Вот сом попался, видите, да, огромный такой. Есть, конечно, крупнее, но крупных мы в спичечный коробок складываем, а этих вот в пакет, что помельче. Вот, кстати, и жена, видите, поймала сразу же. Но это у нее судак, я думаю, такой среднего размера. Рыбаки признаются, главное все-таки атмосфера, а она, одним словом, праздник. Атмосфера, конечно. Улов, так уж что будет. У кого-то уже 3, у кого 5 рыбок таких. Ну, прям очень-очень хочется вытащить хотя бы 1-2. Ну, пока еще ни одной не получилось, но думаю, что сейчас моя рыба точно придет сюда. Посмотрите, сколько народу. Я помню первый раз, когда первые года начиналось это все, гораздо было меньше людей и меньше вот территории занималось вот на рыбалку именно. А сейчас, вот если посмотреть территориально, оно все больше и больше и больше с каждым годом. На рыбалку многие приходят целыми семьями, а почему бы и нет? Повод провести выходные всем вместе – самый что ни на есть. Выбрали всей семьей на такое прекрасное мероприятие. Действительно, эмоции переполняют, потому что хорошая погода и большая хорошая компания. Чкаловская рыбалка стала давней традицией в нашем регионе. Пока участники сидят у своих лунок, поспелые предложения сделать Чкаловск российской столицей зимней рыбалки. А почему бы и нет? Пусть хоть и на один день в году. Я думаю, есть возможность поддержать и необходимость поддержать эту инициативу. Я еще раз повторюсь о том, что мы уже в 13-й раз проводим международный фестиваль. В прошлом году у нас было 400 человек участников, в этом году более 500. 19 представителей различных стран приезжают к нам, поэтому я считаю, что надо выйти с инициативой и сделать рыболовной столицы. Улов каждого участника будет подсчитан. Все-таки это соревнование. Поэтому заслуженные награды победителям полагаются. Но и проигравших здесь нет. Получить удовольствие в ловле рыбы и хорошо провести время в выходной – главное. Служба информации, Сергей Щеплягин, Михаил Городников.